Во Владикавказе заложили камень на месте строительства будущего торгового центра «Леруа Мерлен». На торжественном мероприятии присутствовал глава республики Вячеслав Битаров. Гипермаркет будет находиться на Архонском шоссе. Два месяца назад бизнесмены Северной Осетии возмущались предстоящим появлением торгового центра. По их мнению, это приведет к банкротству малого и среднего бизнеса. Директор агентства развития Павел Игнатьев заверил, что новый игрок только расширит рынок. Торговый центр появится в городе уже к началу следующего лета и станет 77-м в России. Международные игроки, они начинают видеть республику не как тупиковую республику, а как республику форпост для работы с партнерами. Диалога до вот сегодняшнего события прошло около 3 лет, вот, что, собственно, абсолютно нормальный срок. Была проделана, повторюсь, колоссальная работа как со стороны компании, так и со стороны местных властей. Мы, в принципе, развиваемся не только в очень крупных городах-миллионниках, но и в городах с населением где-то от 400 тысяч человек. Поэтому приход сюда, он был логичным. На самом деле, это был вопрос времени.